Всем-ку, ребят. Ну что, на чем мы там остановились? По-моему, на том, что я хотел с вами открыть себе четвертый уровень. Да, четвертый уровень. И построить себе маленький генератор. И проверить по поводу переработчика. Да и, в принципе, я думаю, это будет реально финальная серия. В конце видео уже объясню, почему. За чего и как. А сейчас давайте... Давайте открывать. Что нам там нужно? Нам нужно... 8-8-8. Хорошо. Вроде бы у нас это все должно быть. Так, давай смотреть. Да. Так, давай возьмем 10. Мало ли, может еще пригодится. Потом... Да, и... Где наши шестеренки? Вот наши шестеренки. Давай смотреть. Правда, интересно, что у нас будет на четвертом уровне. Ну что, поехали. Чпум. Лесопильная. Усовершенствованные доски. Так, лаборатория для создания топлива. Ага, мы топливо смотрим. Так. Стальная печь может использоваться для преобразования руды. Угу, ну у меня шестеренки, в принципе, есть, две штуки, можем, но не уверен, что мы сможем ее построить. Так, прожектор, буй. Можно установить на море. Пулемет. Сирена и детектор. Это типа, когда кто-то рядом лазит, да? Да, надо детектор. Ну, в принципе, я не знаю. Давайте, наверное, сначала мы поставим... Что тут нужно? 6. 6, окей. Давайте мы, наверное, сначала поставим с вами генератор, посмотрим. Давай заберем. И пойдемте заберем с вами эти, как его, слитки. Вот так. Возможно, пригодятся. Так, сейчас, одна секундочку. Кое-что нужно проверить. Да, все. Работает звук, все хорошо. Так, давай. Так, стальная печь, нет, не то. Так, маленький генератор. Умсь. Пожалуйста, пусть мне хватит все на маленький генератор. Где оно у нас оттуда? Я хочу себе аквариум, блин, построить, но у меня, по-моему, нету 30 стекла. Я очень сильно хочу себе аквариум. А не, есть. Время толь, в конце сейчас построим, наверное, еще и аквариум себе где-то. Так, где наш генератор? Маленький генератор. О, отлично. Моя ж ты зайка, ля какой масюсечки, масюпусечки. Куда тебя ставить? Никуда тебя ставить? Не знаю даже. Давай, наверное, сюда, да? Как думаете? Да, давай, наверное, сюда. Так. Включить, добавить топливо, установить провод. Мне нужна резиночка. Резиночка. Резиночка у нас вроде есть, да. Резинки много. Давайте заберем всю резинку. И давай установить провод. Ага, у нас тут 4, да, отделения, я так понимаю. Так, как присесть? Вот присесть. Окей. А этот не подходит? Блин, как-то оно... Хорошо. О, установили. Давай тогда попробуем тебя отсюда тоже установить. Ну, чтоб провод не болтался. Можем как-то вот так. Как-то... Вот так. Я таки извиняюсь, что оно кривенько-косенько, но... Как есть, мы чисто проверяем. Так, мне нужно теперь топливо. Хорошо, что топливо у нас с вами... Многовастенько. Давай заправим. Так, добавить топливо. Окей. Включить. Подключить. А, не, все, стой. А, включить. Все, отлично. А ну. Стой. Что такое? Не то. Ну? Почему не работает? Почему не работает? В чем проблемка? Раз и два. Все, хорошо. А теперь в
включить. Во-ля! Ля, какая красота. У нас с вами теперь есть лампочка. Ага, топливо, да, закончилось или нет? Так, давай смотреть. Взять предмет. Ага, я положил сюда был факел, мне дало серу и эту штуку. Давай попробуем положить сюда металл. Даст ли это нам что-то? Ну? Положить сюда? Переработка. Если слиток нельзя разложить. Угу. А и почему? Почему? Хорошо. А эту штуку можем мы разложить, либо нет. Так. Угу, закончилось. Хорошо. Давай заправим. Так, пошло дело. Вроде бы пошло. Так, давай мы тебя выключим, наверное. Чтоб ты нас зря бензин не использовал. Что-то как-то долго, да, это все происходит? А, взять стекло. Ага. То есть мы разложили один компонент, и мы получили стекло. А мы с вами можем вроде бы даже делать... Так... Мы вроде даже можем с вами делать сами компоненты. Если бы я еще помнил, где это происходит, все дело. Давай посмотрим. Веревка, краска, кожа. Это не то. Строить. Я помню, где-то мы могли с вами производить компоненты. Только где оно? Где оно? А, вот оно. То есть, если я сейчас его прокачаю, мы сможем с вами делать компоненты. А из этих компонентов мы тогда сможем с вами делать этот, как его, стекло себе, да? Прикольненько. Так, давай смотреть, что тут еще есть зарядное устройство. Мне не надо, батарея не надо, лампочка не надо. Так, лесопильня, лаборатория, создание топлива. Не знаю, может попробовать топливо создать. Или не создавать. Блин, давайте, наверное, я попробую сначала построить аквариум. Я хочу себе аквариум. Я хочу себе аквариум. Вы как хотите, но... Так, мне нужно 10, ага. Ага. А мне на потом нужно будут эти детали электрические, либо нет. Так, используется для преобразования руды. Да, 5, ага. 3. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Давайте поставим аквариум. Не знаю, как он тут реализован. Блин. Давайте уберем вот так. Возьмем вот так. И давай смотреть. Во-ля-ля, какая красота. Куда бы его поставить бы? Наверное, возле кроватки бы лучше было, да, поставить? Ну, ладно, давайте возле... Полочки вот тут. Так, как бы тебя так бы чпоникс красиво сделать. Да, вообще огонь. Только, а где рыбки? Алло. Алло, Ира. Где рыбки? Так, что у нас? Дерево есть? Да, есть. Хочу поставить здесь себе. Ага, нет. Металла не хватает. Металл. Хочу себе поставить себе штучку. Во. Где оно у тебя стоит? Вблизи, да? И мы тебя вблизи поставим. Так, алло, отпусти. Все. Красота. Я думаю, что красота. И, наверное, тебя еще куда-то вот сюда. Блин, прикольный аквариум, конечно, но... Я думал, там будут рыбки. Так, что у нас еще есть с вами? Что мы можем с вами построить? Так, генератор есть, наковальня есть. Печь может использоваться для
Перерабатывание. Только чего перерабатывание? А, для металла, да. Потом дальше давайте смотреть. Табуреточка, шкаф, телевизор. Блин, не, ладно, я пока здесь ничего не буду тратить. Идемте попробуем с вами лабораторию для создания топлива, да, наверное. Давайте, наверное, раз, потом печку 2, эту 3. Все, давай смотреть. Давай смотреть, что у нас тут. Так, улучшенный гриль. Ага, плита, понятно. Это не то. Блин, мне новую рыболовскую эту сеть, которая у меня вообще не ловит. Так, что мне нужно? Блин, стальную печь я не поставлю, потому что у меня нету деталей продвинутых. Это печально. Зато лабораторию с топливом, да, можно поставить. Я думал, возле генератора где-то сюда можно ее впендюрить недалеко. Вот там чпоник. Так, добавить ингредиенты. Добавить древесину. А ингредиенты, наверное, это у нас будет этот, как его, типа лимона, да? Я угадал. Либо лимон, либо клубника. Давай смотреть. F. Нет, химическое вещество. Это вот это, да, наверное, штука. Давайте попробуем одну штуку добавить. Так, разделить, добавить. Отлично. Нет, это сильно много. Я хочу одну штучку. Дай мне одну штучку. Во. Идем смотреть. F. Да. Да, угадал. Угу. Прикольненько. Прикольненько. Что мы можем еще построить? Давай смотреть. Лесопилка. 15 железа. Где наше железо? Так, погоди, давай серу положим. Железо наше, вот оно где. А лесопилку, наверное, мы сверху поставим с вами. Вот сюда, я думаю. Как раз ее место будет, да? Ну да. Сюда ее только чпуник. И есть установить провод резины. Ага, это то есть энергия тоже, да, нужна? Понял, а что ж вы мне раньше не сказали? Что ж вы мне раньше не сказали? Что-то у меня тут по этим. 6-5, блин, и разбирать не хочется. Ладно, давайте попробуем, значит, провод вот сюда, провод вот сюда, да, и провод вот сюда. Все, отлично. Добавить топливо, включить, побежали, побежали, побежали. Так, добавить древесину, нет доска, как нет доска, если доски у нас с вами очень много. Так, отлично. Еще. Еще это нам даст. Что-то как-то долговастенько, да, это все происходит. Так, давай посмотрим, что еще. Еще, ну блин, хотел бы стальную печь поставить. Так, взять дерево. Так, доска из отличной древесины, одна штука. Это то есть я смогу теперь строить, да, вот эти вот свои фундаменты из этой отличной древесины, по идее, или нет? Для чего она мне нужна? Используется для создания роскошной. А, для роскошной мебели. Вот оно что. А где моя мебель роскошная? А вот наша роскошная мебель. Так, двухспальная кровать. Блин, знаете, чего хочется? Хочется взять и все заново игру начать. То есть проходить ее по-другому. Я понимаю, что вам будет, наверное, неинтересно, если я заново это все буду начинать и строить здесь огромную такую базу на воде.
просто единственная проблема в чем? Сейчас мы еще сюда еще вернемся, просто вот все захватить. Вот конкретно вот эта вот рыболовная сеть, она у меня не работает. Сколько бы я ее бы не ставил, она тупо не хочет ловить у меня рыбу. Я не могу понять, в чем прикол. Хотя здесь написано, что вот рыба, вы видите, да? 3 из 3. То есть мой инвентарь. Опачки. И нема. Где? Я бы сказал бы, конечно, в рифму где, но нету. Не, может, конечно, подальше раскидать повсюду вот эти штуки. Что мне для тебя нужно? Давайте, все равно уже финал, так что давайте попробуем потратиться. Так, где наша рыболовная сеть? Что ты хочешь? 3, 3, 3, 3. Хорошо. Сейчас попробуем еще штучки 2 кинуть. Блин, ну аквариум вообще зачет. Серьезно, ее в нормальную базу. А по поводу нормальной базы, я имею в виду, чтобы можно было... где моя эта штука? Где моя стальная пластинка? Вот вы где. Можно было бы себе базу классную сделать. Это значит, мы с тобой вот эту штуку убираем. А вот где ты? Где ты? Вот такую вот бум поставить, да? А потом взять и украсить это все обоями. У нас где-то тут обои были вроде бы, если не ошибаюсь. Вроде бы где-то у нас были обои даже. Где обои? А вот и обои. То есть у меня даже есть вроде красочка будет даже где-то была, если не ошибаюсь. Это была краска. Где ты? А, вот красочка. Вроде даже можем с вами обои делать. Так, зеленые, желтые, зеленые, да? Вот так только чпуньк. Да, вообще, как, смотри, какая красота. Можно было полностью базу так бы обделать. Ну да. Так, что мы сможем с вами еще сделать? Посмотреть. Что мы сможем сделать, посмотреть интересного. Так, здесь вроде... Ага, 3 штучки, да, я хотел себе... Хотел себе сделать 3 штучки. Так, веревка. 6, 7, 8, 9. Все, отлично. Давай металл, это сюда. Пойдемте раскидаем ловушки. Посмотрим. Если разлагает, то будет хорошо. Если не, ну, значит, так тому и быть. Давайте, наверное, одну вот сюда. Одну куда-то... Куда-то вот сюда, подальше. Одну вот сюда. Все. Поплыли домой. В конце серии проверим. Да, как я уже говорил, что я буду заканчивать прохождение игры в тот момент, когда я уже скажу, что я могу выживать на острове. А на острове мы можем выживать. У нас с вами есть все. Ну, почти все, кроме мне не хватает шестеренок. Ну, найти шестеренки, я думаю, вы сами понимаете, это не проблема. Найти здесь шестеренки и... Так, выключить. Не трать топливо, пожалуйста. Топливо мы добываем. Переработчик у нас есть. Что могу сказать? Здесь, в принципе, остался буй. Ну, буй мне не надо. Пулемет. Ну, тоже такое. Это чисто если ты с друзьями играешь, и они тебя рашат, а то с пулемета лупашишь. Дальше давай пройдем. Настольная лампа, зарядное устройство. Ну, не надо. Станция для... Вот это вот непонятно, что это. Сейф и продвинутый насос для воды. Ну, мне, в принципе, не впадло побегать и ручками это все поделать. Так, компонент. Потом посмотрим, из чего компонент делался. Остался холодильник. И стеклянная стена. Ну, чисто ради прикола, можно посмотреть, как она будет выглядеть. Эта стеклянная стена. Тем более стекло у нас вроде еще с вами есть. Давай смотреть, где наша стеклянная стена. Хорошо. Строить домик. И где стеклянная стеночка?
А вот стеклянная стеночка. Давай потом пойдем посмотрим. Или давай тут ее поставим. Чпуньк. Ну, вообще красота, да? Чисто себе такую комнатку потом делаешь из металла. И наблюдаешь, как там растет твоя клубничка. И живут твои тиммейты. Я еще раз таки извиняюсь, но я реально тащусь от аквариума. У меня самого дома просто эта красноухая черепаха живет, так что. Я бы сюда пьем, наверное, поместил бы вместе с рыбками. Так вот. Что еще? Ну, вроде все, ребят. Ну, в принципе, вроде все. Я все, чего хотел, того и добился. Так. Половая плитка, плитка для пола. Давайте попробуем сделать две краски. Что мне нужно? Два химиката, да? Так, возьмем 4 химиката, у нас их много. Сделаем две краски и посмотрим как раз, что там по поводу плитки, то, что я нашел. Что мне нужно для нее? Так, одну давай посмотрим, как она будет выглядеть вот сюда. А вторую мы посмотрим, как она будет выглядеть вот тут. Мое почтение, ля. Я бы вот такое себе сделал бы, да? Не знаю, плитку я бы, наверное, поставил бы на втором этаже на кухне. Обклеил бы все побоями. А что по поводу обоев? Какие у меня еще и там есть? Обои желтые. Что мне нужно? Мне нужна краска. Ну, это не проблема. Это не проблема. Как раз заодно и посмотрим, как оно выглядит. Так, 5 дерева. 5 дерева. Все-все. Так, а тебя давай, наверное, вот тут, да, посмотрим. Ну, такой, я не знаю. Цветочек вроде как-то поприятнее. Но плитка классная. Вот шо-шо, я плитку себе полностью побил бы. Побил бы себе полностью всю нашу, как говорится, квартирку нашу красивую. Так, строить. Давай дальше смотреть. Риль есть, это есть. Мебель. Вот, кресло. Единственное, что я не нашел, это кожу. Не знаю, на каком острове. Где-то животное, по идее, должно быть. Здесь у нас ничего нету. По поводу корабля. Шестеренки у меня нету. И здесь чисто лампы, да, остались. Люстра даже есть. Прикольненько. Так что я думаю, что в принципе я... задачей справился. Если кто-то считает, что нет, то, ну, как бы это чисто ваши проблемы, скажем так. Так как у меня защита есть, есть. А, да, кстати, кто будет, мало ли, строиться после этого видео, то делайте вот такой вот пирс. Оно упрощает задачу. Здесь зомбаки подплывают, к примеру, сюда, начинают лупиться, запрыгнуть они не могут. Просто подходите потом, если у вас, к примеру, там... арбалет, либо еще что-нибудь закончился, там патронов нету. Просто подошли, забаранили, и все. Они как раз и ваше здание не ломают. И потратить тут 4 дерева, чтобы добавить обычный пирс, то это, думаю, не составит проблемы. Ну что, что тут по поводу рыбки? Так, одна. Пусто. Ну, две ячейки у меня свободные, так что я думаю, оно должно быть. Так, забрать. Нету. Забрать нету. Забрать и нету. Так что как-то так. В принципе, с едой тоже я справился. Если не брать в расчет, что моя сетка не работает. А хотя она, по идее, должна работать. То я бы себе сюда бы... Да ё-моё. Я бы себе, наверное, сюда бы штук... Алло, игра. А что ж такое? О, я бы себе, наверное, сюда штук 20 вот так набросал бы. Еда бы у меня была. Вода тоже есть. Предлагаю сейчас это все выложить, понямать и попробовать сплавать на какой-то один из островов. Посмотреть. Куда-то, может, сюда сплавать, либо сюда. Посмотреть, может, мы найдем с вами шкуру. Так, база железной черепа, это я не лутал. И остров руин тоже не лутал. Примерно куда-то сюда сплавать, и можно, в принципе, и заканчивать. Просто хотелось бы найти себе этот
шкуру посмотреть, как оно все выглядит. Так, ладно, давайте все сложим. Но все равно игру буду удалять. Так что я думаю, в принципе, как оно здесь лежит, не столь уж и критично будет. Правильно? Да. Так что давай мы с тобой понямаем. Возьмем сверху еще. Так. Привычка сажать. Ладно, давай уже досажаем. Так уж и быть. Так, все, хорошо. Давайте заберем с собой мясо. У нас вроде там мясо есть. Так, во. Пожарим еще. Восстановим здоровье. Так, во, восстановили. Отлично. Уголек положим. Сейчас заберем стейк. И попробуем сплавать на тот островок, посмотреть. Может, там найдем животных. Если не найдем, ну, значит, не найдем. Блин, игра реально классная. Реально классная. Хотелось бы, наверное, мне еще где-то через полугодика поиграть бы, начать все заново по-другому. Теперь я узнаю уже, что тут есть, чего тут нету, как можно начинать, чего можно стартовать, ну и так далее. Потому что если бы я бы знал бы, я бы, наверное, себе базу строил реально здесь на воде. Огроменную такую я бы себе построил бы. Ко мне никто бы не подплыл бы. Так, единственное, что я забыл, это взять с собой оружие. Наверное, сейчас возьмем винтовку. Мало ли там хулиганы будут. Так, давай сюда. Давай винтовочку сюда. Дробовик будем брать? Я думаю, справимся и так. Все, поплыли. Я же говорю, я бы себе лучше баску устроил бы. Я бы так бы обшил бы, наверное, деревянными, а потом чисто из металлического усиленного в серединке сделал бы. Чтобы было все красиво. Так, сейчас, секунду, я посмотрю, куда нам нужно плыть. А плыть нам нужно... Ага, плюс-минус, понял. Плюс-минус вот сюда куда-то. Сейчас, если найдем животное, будет хорошо. Правильно ж? Да, по прямой, если поплывем, как раз наткнемся на этот остров. Не знаю, как думаете, ваше мнение, стоит ли через месяцок-другой просто заново начать прохождение и строиться? Как раз добыть себе нормально краски, обои поклеить, плитку сделать, поставить аквариум вместе с телевизором. Так, ты кто? Мы у тебя были? Или не были? А ну покажись. Ага, мародеры. Не, ну к вам мы заплывать явно не будем. Я думаю, у вас нету животных. Думаю, явно у вас тут нету животных. Здесь мы тоже вроде были. Это тут склад находится, да? Вроде, по-моему, здесь склад находится. Да, вот это вот. Туда нам нужно чуть-чуть вот так повернуть. Угу, да. Это я тут пару раз отписал. Приходилось плавать потом обратно туда-сюда. Так, здесь тоже явно животных у вас нету. Надо было бинокль с собой взять. Вот это что-то я протупил. А назад уже возвращаться плохая примета. Так что давайте поплаваем так. Я думаю, знаете, что меня единственное поднапрягло в этой игре? Это две вещи. Первое, то, что у меня сетка не работает. А во-вторых, то, что зомбаки в воде стреляют. Ну, то есть, ладно, я понимаю, они там бы топором бы в руке, к примеру, держали бы. За пирс бы, а второй рукой лупили бы топором. Ну, так они просто плывут и начинают меня стрелять. Я, конечно, не эксперт, но оружие как бы в воде, особенно в соленой. Так, баска-баска. Какая-то базочка, да, тут?
Давайте проплывем, посмотрим. Останавливаться, я думаю, не будем. У них тоже навряд ли, наверное, здесь есть. Навряд ли у вас тоже, да, есть тут животные? Ну шо, где вы все? Говорится, алло, алло. Понял, никого нету. Так, а вы кто? Вас нам было бы, наверное, выращивать бы тут животных, если можно было бы поймать какого-то кабанчика. И чисто все на острове кабанчика выращивают. Но думаю, навряд ли такое будет. Так, а у меня есть что-нибудь? Да, подлечиться есть чем. Если на нас нападут, то подлечиться есть чем. Так, это, по идее, заправка, да? О, а тут можно, я думаю, с вами выйти. Думаю, можно с вами выйти погулять. Не сильно ли далеко? Так. Давай смотреть, что у вас тут есть интересного. По-любому что-то есть, да? По-любому что-то вкусненькое. А можно мне шестеренок, пожалуйста? Можно мне, пожалуйста, шестеренок? Я бы плавильню улучшенную там какую-то поставил бы. Так, бонжур. Ля. Не знаю, стоит брать, не стоит. Ладно, шлем спецназа давай возьмем. Ладно, возьмем на всякий пожарный. Блин, единственная проблемка... Это то, что темно. И мы сейчас с вами ничего не увидим. Ага, 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 ага. С вами ничего не увидим. Так, что у вас тут есть? А ну, показывай. Шестеренку дай. Ля, лодка хорошая. Понял, так. Что еще? Шлемы, шлемы. Резинки. Тряпочки. Ну ладно, давай возьмем. Давай возьмем. Надо было с собой пехоль брать. Ну, говорится, кто бы знал бы. Так, хедшот. Нас один. Так, ребят, погоди, погоди. Слышь, а ты закончиться не хочешь? Ты закончиться не хочешь, я тебя спрашиваю? Алло. Арю, ты закончиться не хочешь? У тебя нет такого желания? Падла. Так, ага, у нас мало. Во, а так много. Слышь, придурок. Но, я понял. Все, у вас нету тут животных, ладно. Все, до побачения. Не, ребят, до побачения, ребят, до побачения. Все. Ну, дядя шутит. Даже пошутить нельзя. Блин, какие все нервные. Все, до стали библиотеки. Так, ребят, поплыли отсюда. Потому что чувствую, что нас сейчас тут забаранят. Все, ребят, передавайте привет. Ну, я думаю, у них тут, в принципе, как обычно. Пару шестеренок, пару металла, еще какая-то хрень. Мне нужно найти конкретно каких-то животных. Так, надеюсь, ты ж меня не попадешь на таком расстоянии. Надеюсь, ты на меня в таком расстоянии не попадешь, потому что будет обидненько. Да, карта. Куда мы плывем? Куда-то вот сюда, да? Да, сейчас отплывем остров. Хотя, конечно, сейчас ничего не увижу. Надо было с собой факел брать. Ну ладно. Все, пока-пока.
нервная типули. Так, секунду, надо удобненько сесть. Хорошо, все, теперь можно ехать. В принципе, не так много уже и островов осталось. Может, даже сейчас с вами попробуем их и просмотреть все. Так, может, просмотреть их все и получится. Да, как раз мы сюда и плывем. Может, где-то на одном из них у нас и получится найти себе... Сейчас надо понямать немножко. Чтобы восстановить здоровье. Получится найти себе животного. Ну, чтобы шкуру можно было добывать. Ну и опять же, я не уверен, но по-моему здесь ящики больше не респятся. Ну то есть, если я их раз залутал, то вроде бы все. А может и нет. Если не забуду и будет время, нужно будет посмотреть на острове, который мы с вами уже лутали. Восстанавливаются они там или нет. Так, работорговцы, ага. Ну тут явно, да, тоже животных нету. Так, бонжур. Есть что? Походу нету. Ладно, плывем сюда. Ну, если по логике, то они реально должны быть на этом, на островах, животные. Во, как раз к одному из таких мы подплываем. Угу, мы сейчас скоро будем замерзать с вами. Дерева у меня нету с собой, ну ладно. Так, а ну, кто тут есть на острове? Работорговцы, ага. Так, холодно. Маленькая елочка зимой. Так, сейчас быстро проверим, если тут что-то или нет. Так, давай добудем дерево, согреемся немножко. Немножечко согреемся, где у нас тут? Где костер? А где костер? Вот костер. Все. Так, не то. Все, согрелись. Так, ребят, есть что? О, ты чего? Алло, ты чего так пугаешь? Чуть заикой не сделал. Так, кто это? Что это желтое такое? Что это у вас такое желтенькое тут? Блин, ну давай посмотрим. Давай. Аккуратненько, не спеша. Все, можно ли тебя залутать? А тебя залутать нельзя. Ага, и животных у вас тут нету. Вы сами тут как животные, да? Понял, он предлагает туда уплывать. Предлагает туда уплывать просто. Через пару часиков как раз наступит утречка. Блин, сильно далеко лодку поставил. Ну ладно, плывем. Опа, все. Уходим. Через пару часиков наступит утречка, и будет как раз нормально видно. Реально хочется найти конкретно, где находятся эти шкуры животных. Ну тут явно их нету, да? Да, это прорисовка, я думал, что там уже кабанчик бегает. Так, сколько еще островов осталось? Ага, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну ладно, давай покатаемся. Давай хотя бы бегло так посмотрим. Так, холод. Да, нормально. Я в броневике, в пуховике, во всем. Ну что, какой холод? Вообще в железной каске. Говорится, еще и в железной касочке. Так что не прикалывайся.
Так, тут аборигены тоже, да, застроились, я смотрю. Как мне к вам подобраться? Так. Племя тут какое-то, да? Тут какое-то племя, вы говорите. Ладно, давай посмотрим, что вот этого племя тут... Тут интересного есть. Что-то такое здоровое. Это что такое? А ну. А, это тарелка, да? Или что это такое? Что это такое? Аля. Бля, игра, дай мне что-нибудь. Дай мне что-нибудь вкусненькое. Анима. Ладно, ладно. Животных тут, походу, тоже нету, да? Кроме челиков этих. Кроме этих челиков, походу, животных тут нету. Так, ну где они? Ага, вот ты где. Все, минус один. Берется до побочения. Так, а ты кто? Ага, ты железо, понял. Не, железо мне... Мне не надо. Мне нужны... Кабанчики. Не знаю, там зайчики, лисички. Кто тут есть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понял, понял. Все-все, ухожу. Нет у тебя тут зайчиков и кабанчиков. Все-все-все, до побачения. Давай, Арчи. Беги. Я честно ухожу. Ну, забаранил я вашего одного. Ну, что страшного, еще одного себе найдете. Все, уходим. Уходим, уходим, уходим по-быстрому. Так, и сюда лодочка. Поплыли, поплыли. Да, поплыли. Так, давай смотреть, куда мы плывем. Плывем мы с вами, да, правильно. По-моему, вот сюда. Так, давайте занямаем. Все, пока-пока. Пока-пока, ребятки. Так. Правильно плыву, да, правильно, вот сюда. Жалко, тут метки нельзя ставить, я уже говорил. Об этом. Я же говорю, жалко, что сюда нельзя ставить метки. Так, айсберг. Да ты шо? А ну, ля, белые медведи. Давай, пусть мама услышит. Пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Дай сюда. Ага, и шо? Просто айсберг. А где Умка? Алло. Алло, где Умка? Может, под водой? Нельзя использовать под водой. Нет, ничего нету. Просто айсберг. Ага, ага. Спасибо. Спасибо за такой бесполезный остров, разработчики. Ладно, давай смотреть. Так, по прямой, значит. Тут два варианта. Либо они еще не добавили эту шкуру животных, либо я что-то не понимаю. Так, ну здесь навряд ли оно может быть, правильно? Нужно искать острова, я думаю. Блин, я думал, там хотя бы пингвин, не знаю, медведь будет. Хоть кто-то что-то, не знаю. А не просто айсберг. Ой, какие вы серьезные. Союз охотников, да? Да. Знаешь, куда себе тыркни? Так, ага, это плавающий город у них. Не, можно было, конечно, их забаранить, но... Но не... Ну нет, нам надо налево. А лево вот это вот оно, да?
Правильно аж? Нет, неправильно. Значит, вот сюда куда-то. Так, поехали. Блин, жалко, тут как в PUBG нету. Что? На плюсик нажал, и она автоматически едет. А может есть? Не. Это так не работает. К сожалению, это так не работает. Так, кто это? Мост. Ля, у вас вертолет даже есть. У-у-у, ребятулечки. А как мне к вам пройти? А как мне к вам пройти? А ну. Давайте зачекаем вертолет. Если нас, конечно, сейчас не забаранят тут. Так, бонжур, ребят. А можно я просто на вертолет посмотрю и уйду? Можно я просто посмотрю на вертолет и уйду, и все. Я не буду вас трогать. Все, до побачення. Ага, сквозь текстурку. Так. Еще минус один, хорошо. Так. Алло, 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 игра, алло. Алло. Прикинь, нас чуть не забаранили только что. Жесть. Так, а ну. А ну, ребят. А ну, лови. На. Сейчас, секундочку, я немножечко ПП себе подправлю. Мы продолжим. Блин, надо было брать с собой пехаль. Надо было брать с собой пехаль. Так, хорошо, хорошо. Давайте сложим все. Чтобы нам не мешало. Нет, назад. Так. Да, надо было с собой брать пистолет. Но, кто бы, как говорится, знал бы. Ну да, давай с ведром на них. Это вообще красавчик лучший. Так, алло. Кто тут есть? Кого тут нету? Давайте смотреть. Еда, да? Еда. Хорошо. Отлично. Еда, еда, еда. Это мне нужно. Все. Шикарно. Так, бонжур. А можно мне чуть-чуть еды? Я посмотрю на... на ваш вертолет и уйду отсюда. Честно. Честно, никого больше трогать не буду. Так, давай пробежим. Беги-беги-беги-беги, Арчи. Так. Осмотреть, осмотреть, осмотреть. Быстрее, 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 быстрее. Угу, угу. Тупо ни о чем, да? А, это все? Это все, я рисковал. Понятненько. Так, бонжур. А ну, погоди. Погоди, стой. Все, 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 все. Дон дистали библиотеки. Поплыли. Поплыли, поплыли отсюда. Блин, знал бы, и не приплывал бы сюда. Так, а давай вместо ведра мы бинокль поставим. Все, шикарно. Высоко сижу, далеко гляжу. Так, отлично, отлично, отлично. Что у нас осталось? У нас осталось слева три острова, да? Слева где-то у нас осталось три острова. Только где? Так, ага, ага, ага. Просто вроде я здесь уже плавал, потому что мой остров там недалеко. Так, ну может тут будут животные? Как думаете? Не знаю, хотя бы зайчик какой-то. Хотя бы зайчик, либо лисичка. Так, ладно, давай возьмем с собой ствол.
Ага, вон он, зайчик стоит, да? Здорово. Минус один. Минус два. Минус два зайчика. Минус два зайчика, побегайчика. Хорошо. Так, стопэ. Стопэ. Так. Мародеры. Ля. Вот это я нафармил себе патронов, смотри. Неплохо. А что тут всего два мародера было и все? Как-то не густо. Так, ну это сера. Там мне не надо. Мне нужны животные. Ля, картося, да? Так, ты шо? Не зря сюда приплыл. Картося, это хорошо всегда. Так, бонжур. Получи. Так, что у вас тут интересного? Поднос морепродуктами. Ля ты, падла. Жируем, да, здесь? Пока мезе там на грибочках. Они здесь жируют. Ух, ё-моё. Ты чего? Ты чего? Ну, забрал я ваши морепродукты. Ну, еще наловишь. Че вы сразу такие все агрессивные какие-то? Ё-моё. Начинается тут. 8 лет. Ладно. Поплыли дальше. Так, хлопок. Дай мне хлопок. Не надо, я все равно игру заканчиваю. Так что, Арчи, все. Прекращай быть жадным. Поплыли, попробуем найти остров с животными. Просто с каждым разом все меньше и меньше островов. И все меньше и меньше шанс что-то найти. Ага, давай прямо и налево, да, потом. Так, ну, это явно не то. Возможно, это. Хотя вроде мы здесь были или нет. Нет. Значит, вот это вот. Странно, однако. Так, Нептун. Ага. На Нептуне мы с вами еще не были. Давай смотреть. Давай смотреть. Так, бонжур. Слышь, а как тебе забраться сюда, Нептун? Ага, вот куда. Так, вижу куда, вижу куда. Давай. Давай сюда. Привет, малыха. В смысле? Не... А я ж тут уже был. Мы ж с тобой тут торговали. Ну да, всё, у меня все есть. Падла обманула меня, да? Или вот это вот Нептун? Блин, запутала меня. Ладно. Где Нептун? Или он под водой, Нептун? Так, не, погоди. Это на этом острове я добывал себе... Добывал себе... Ой, это как его... Железо. Значит, под водой Нептун должен быть, правильно? Так, а ну еще раз появись, пожалуйста. Где ты, Нептун? Ага, вот оно что. Вот это вот Нептун, да? Понятненько, тогда поплыли, знаете, зачем? За аквалангом. Как раз потратим акваланг и посмотрим, что здесь есть, чего тут нету. Не зря же я его делал, видишь. Так, дай сюда. Давай сюда акваланг. Давай сложим все. Вот так. И вот так. Вот
так все сложим, все лишнее. Тихо, отдай. Отдай. Что, все, больше ничего не могу, да? Блин, жадность. Так, ну металл мне не нужен. Картося нужна. Это, та-та-та-та-та. Ладно. Стой. Куда ты? Стой. Остановись-ка. Все, поплыли. К Нептуну посмотрим, что тут есть интересного. Может, даже на нас сейчас акулка нападет. Так, давай смотреть. Ага. Файер, давай заберем. Давай заберем, посмотрим. Ага, металл. А это акулы, ля, носатые какие. А ну? Будете нападать, не будете? Так, сюда. Есть ли что-то тут-то? Ну, вроде бы ничего, да, такого нету. Шины только. Бочка с топливом, с бензином. Но мне это не надо. Слышь, шкура, а ну, иди сюда. Давай попробуем забаранить ее. Стой. Иди сюда. Ах ты, падла. Кусается она. Ага, у меня энергии нету. Алло, ты откисать не желаешь, не? Ты откисать не желаешь? У тебя нет такого желания откиснуть. Стой, отдай. Шкура. Все, до побачения. Поплыли отсюда. На Нептуне ничего нету. Ну, зато баллон пригодился, да? Все. Отлично. Что у нас тут по поводу мяса и шкуры? Две штуки есть. Хорошо. Давай смотреть, куда мне надо. Мне надо сюда, сюда. И, в принципе, все. Ладно, давайте по направлению вот так сюда сплаваем. Если нету, то нет. А я правильно направление выбрал вообще или нет? Нет, не туда. Так, а если в эту сторону? Ну, почти да. Все, как раз вот так и поплыли. Блин, падла, чуть не забаранили меня. Эти акулы. Да, на этом острове я, по-моему, добывал себе железо, если не ошибаюсь. Ага. Аборигены. А животных там нету. Печалька. Так, карта. Ага, слева где-то. А что там слева? Ну, явно не эти постройки. Ладно, поплыли тогда прямо вот так. Вот так вот. Просто, наверное, навряд ли. Так, мост. Ну, на мосту я тут был. Это вертолет туда. Вряд ли на этих постройках будут животные обитать. Ну, кроме этих, которые на меня нападают. Так, айсберг. Хорошо, мы правильно подплывем? Нет, неправильно. Нужно чуть-чуть левее взять. Вот так, сюда куда-то. Так, ребятули, я понимаю, что да-да-да, вы тут союз охотников, но давайте дружить, давайте. О, здорово. Не-не-не-не-не, ты чё, не прикалывайся, оно тебе надо. Прекращай, ага, а это тоже какая-то, да, нефтевышка.
тоже какая-то нефтевышка. Ладно, давайте сплаваем сюда, посмотрим и, в принципе, будем заканчивать. Не знаю, где животные, можете мне в комментариях написать, нашли ли вы тут животных, либо нет. Кроме вот этих вот челиков, которые на нас нападают. Если да, то примерно плюс-минус, где они были и кто это. Ну, то есть, какой конкретно вид там. Собачки, кошечки, лисички, зайчики. Так, здесь мы тоже с вами были. Так, это нефтевышка какая-то, да? Даже что-то светится. Ладно. Так, или это вот. Ага, вот оно, да? Оно. Или нет, или да? Сейчас посмотрим. Сейчас давайте посмотрим сюда. Зеленый остров. Прикольненько. Так. Ладно. Давай тебя залутаем. Ну, точнее, откроем, чтобы оно появилось. Во. Так, ящички. Понял, ничего интересного нет. А вот на остров этот я бы сейчас бы сплавал бы. Но если и тут сейчас ничего не будет, то значит как бы спасибо, пожалуйста, я думаю. Так, затопленный центр. Либо мы тут были, в этом затопленном центре. Да, в этом затопленном центре мы были. Ага, вот тут мы не были. В затопленном центре мы тут были. Здесь ничего мы с вами не нашли. Если не ошибаюсь, я, по-моему, либо в пятой, либо в шестой серии сюда приплывал. Конкретно к этому месту. А потом меня вот тут два раза бронили, я плавал туда-сюда. Ладно, давай на соседний остров попробуем. Ля, что это за левитация в воздухе? Блин, да, было бы, наверное, толпой бы веселее поиграть бы. Чисто по Дискорду. Ну, и, в принципе, и самому тоже неплохо. Так, карта. Ага, это вот остров. А ну. А ну, покажись. Тут ты. Это ж оно. Нет, это не оно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ты чего? Да ну, не прикалывайся. Да-да-да, молодец, все. Умничка. Блин, не успел даже ничего сказать, понимаешь? Бля, гостиница. Теперь понятно, как вы своих гостей принимаете. Так, работорговцы, да? Все, ребят, я думаю, на этом можно, в принципе, поставить точку на нашем прохождении. Не могу я найти животных. Не знаю, есть ли они тут вообще. По идее, должны быть. Да, успокойся, да, я поговорю со зрителями. Со своими. Так что, думаю, в принципе, можно закончить. Игру я для себя считаю, что я прошел. Дальше это сейчас начнется рутина, ездить по островам, собирать вот этот вот лут. Ловить рыбу, выращивать клубнику, ну и обустраивать свою баску. А оно уже, как говорится, неинтересно. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Мало ли, может, если захотите, где-то через полгодика можно будет повторить все заново, как-то попробовать пройти немножечко по-другому. Если нет, то будут уже, как говорится, другие игры, другие... Да ё-моё, да сяду. Другие проекты, ну и...
много чего интересного. Так что все. Всем пока-пока.